Следственное управление ОСК по Гомельской области продолжает расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство в агрогородке Юровичи. Напомним, криминальная история произошла в ночь с 3 на 4 ноября. Компания местных жителей жестоко избила двух мужчин и причинила телесные повреждения супруге одного из них. Вечером 4 ноября 45-летний потерпевший скончался в больнице. По подозрению в совершении преступления задержаны трое ранее судимых граждан. В момент задержания все находились в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия в течение нескольких дней работала следственно-оперативная группа под управлением начальника управления Следственного комитета по Гомельской области Сергея Паско. Старший из задержанных, в свои 25 лет, уже 8 раз привлекался к уголовной ответственности. Помимо проблем, связанных с Уголовным кодексом, криминальная троица неоднократно привлекалась к административной ответственности. К примеру, 17-летний сельчанин хранил у себя незарегистрированное ружье, нарушал ПДД и не раз бывал замечен нетрезвым в общественных местах. Своим агрессивным поведением молодые люди держали в страхе всех местных жителей. У подозреваемых дома провели обыски, допрошены потерпевшие и свидетели. По изъятым предметам и следам назначены необходимые экспертизы. Сотрудники Следственного комитета также устанавливают качество проводимой профилактической работы, полноту принятых мер по обеспечению законности и правопорядка в Юровичах. ОСК по Гомельской области обращается к гражданам, обладающим информацией о противоправной деятельности подозреваемых, с просьбой сообщить ее сотрудникам Следственного комитета. Номера телефонов вы видите на своих экранах.